Крупная авария в пригороде Мурманска. В ДТП пострадал высокопоставленный полицейский, заместитель начальника УМВД России по Мурманской области Руслан Ялалов. По предварительной информации, служебная «Лада» 14-й модели лоб в лоб столкнулась с джипом марки Nissan. Один человек погиб. С места происшествия Антон Жилонкин. Эта страшная авария произошла на автодороге, идущей от города Кола в сторону поселка Мурмаши. Пока причины катастрофы не говорят даже специалисты. Одно можно сказать точно – претензий по качеству дорожного полотна на этот раз у правоохранительных органов нет. На автодороге регионального значения Кола-Мурмаши на 9-м километре произошло лобовое столкновение двух автомобилей – Nissan Patrol и служебного автомобиля УВД по Мурманской области. Значит, по предварительным данным, произошло лобовое столкновение. В результате данного ДТП погиб сотрудник полиции. Удар был такой силы, что служебный автомобиль управления МВД буквально выбросило в кювет. «Лада» пролетела еще несколько метров под откос. Водитель погиб на месте. Пассажир, заместитель начальника управления МВД России по Мурманской области Руслан Елалов, получил серьезные травмы. По данному факту следственным отделом по Кольскому району возбуждено уголовное дело. По части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации проводятся следственные действия. Осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего. Комментарии о том, что явился виновником дорожно-транспортного происшествия, при каких обстоятельствах оно произошло, будут после установления всех обстоятельств по уголовному делу. На место происшествия сразу же были вызваны все экстренные службы, в том числе следователи Следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области. Именно им теперь предстоит разбираться в этом происшествии. В настоящее время заместитель начальника управления МВД находится в больнице в тяжелом состоянии. Антон Жилонкин, телекомпания «Артик ТВ».